Купить акварель, коробка для акварели. Привет, я Дарья Поздняк, и сегодня я расскажу вам про две коробки для акварели, которые я заказала на AliExpress. Цветопередача может отличаться от того, как в действительности, и вот эта коробка, она очень нежного розового цвета, ее очень сложно даже сфотографировать, цвет не передается на фотографиях, вот. Но тем не менее, я вам на словах говорю, что она нежного, красивого розового цвета. И как вы можете видеть, голубая намного ярче. Итак, коробочка при заказе есть несколько вариантов комплектации этих коробочек с разным количеством кюветок. Я выбрала вот такой вариант комплектации. Почему-то они не наполняют кюветки целиком. То есть, видите, вот здесь еще может встать еще по одной кюветке. Это еще без учета, что в средний ряд тоже можно заполнить. Почему-то вот поставляются коробки вот с таким количеством кюветок. Вместо маленьких можно было взять большие. Я взяла вот такие вот кюветки, чтобы сделать свой набор акварели с 20 красками. То есть, видите, по 7 штук влезает в боковые рядочки, и в средний ряд, боком поворачивая кюветки, влезает еще 6 штук. По коробочкам, смотрите, значит, у нас 2 палитры. Все закрывается аккуратно. С обратной стороны есть кольцо. Видимо, это для того, чтобы вот коробочку держать в руке, одевать ее на палец, вот так. Только, наверное, на левую. Вот так получается. Вот, здесь у нас кисточка, и мы рисуем. И коробочка, как бы, вот она никуда не девается. Мне очень понравилось, потому что, смотрите, какая она маленькая. Она размером примерно с телефон. Единственное, только толщина побольше. Но, в принципе, она все равно небольшая, очень компактная коробочка. Хочу вам показать сравнение питерской коробки на 12 цветов и этой коробочки с AliExpress. Смотрите, я вам уже показывала видео, в котором из вот этой коробочки 12 цветов я сделала 17. Итак, это получилось вот так. 12 полных кюветок больших и 5 маленьких кюветок встает вот сюда. Получается 17 цветов. В этой коробочке мы уже посмотрели, у меня получилось 20 цветов. Вставлять вот в эту коробку по 2 маленьких цвета не получается из-за размера кюветок. И пользоваться было бы неудобно, потому что вот эти бортики, они бы закрывали по пол кюветки. Здесь вы видите, площадь коробки поменьше, но кюветок влезает больше. Это я вам как сравнение, потому что я сама люблю маленькие компактные варианты, которые можно везде взять с собой. В отпуск куда-то, в кафе, неважно, чтобы она просто валялась в сумочке и не переживать за вес, не таскать за собой тяжести. Вот. И по размеру вы можете видеть, что эта коробочка поменьше. Вот по весу я могу сказать, что вот эта коробка, конечно, немножко тяжелее получается, потому что, ну, во-первых, она из металла, вот, но не намного. То есть нельзя сказать, что вот это прям пушинка, а это прям тяжелая. Хотя, конечно, она имеет какой-то вес. Под этим видео я приложу ссылки на вот эти две коробки, розовую и голубую, а также на продавца, у которого я видела эти же коробки, только в другом цвете, в металлике. И ссылочки на кюветки для акварели. Спасибо, что смотрели мое видео. С вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч. Пока-пока.